На Форексе я уже давно, но очень хорошая активность и продуктивность в самой торговле произошла после знакомства с Александром Герчиком. Это было 9 апреля 2016 года. Я успешно записалась на обучающий тренинг. Также могу сказать огромное спасибо своему преподавателю Виктору Макееву, который в меня вложил ту информацию, которую я не могла понять, где другие брокеры ходили вокруг да около. И благодаря команде Герчик, благодаря сотрудничеству и уже на сегодняшний день как дружбе, у меня положительные результаты. Я советую для тех, кто в первый раз обращается или не знает, с чего начать, нужно начать знакомство сначала с командой Герчик, которые безвозмездно ответят на все сложные вопросы, не оставят никого равнодушным, и, соответственно, обратная связь, что играет очень немалую роль, именно обратная связь для любого трейдера, новичка или просто студента. И уже непосредственно после полученной информации вы для себя решите, стоит ли вам заниматься трейдингом и насколько вы будете готовы отдать подачу именно как трейдера, чтобы уже трейдинг был или любительским делом, что я не рекомендую, или уже как профессиональная деятельность, непосредственно от которой вы будете уже зарабатывать и жить дальше. Так что спасибо за семинар. Каждый раз мои знания обновляются, и я не считаю, что это ходить на одну и ту же информацию плохо, это наоборот полезно, потому что как перечитанную книгу, когда ты читаешь, ты получаешь и открываешь что-то новое. Я благодарю команду Герчик, самого Александра Герчика, желаю успехов, достижения в успехов и положительных профитов. Спасибо.